Всем привет, ребята, добрый день. В общем-то, едем в Крым. Крым ждет впереди, поэтому сейчас пока прекращаем временно снимать видеоблоги. Где-то недельки на три, наверное, скорее всего, может быть, даже больше. Впереди ждут приключения, путешествия. В общем-то, я думаю, приедем, покажем, расскажем. Все. По возможности, конечно, будем заходить в интернет, но на ютубе прямые трансляции сделать не получится, потому что влепили страйк в свое время. И, в общем-то, пока нету такой возможности. Ладненько. Всем пока. Яшка ждет офигенных приключений, хочет посетить Судак, Новый Свет и разные другие достопримечательности Крыма, в общем-то. Я думаю, мы все это увидим. Лепота. Вы только приехали, да, недавно? А, ну понятно. Ну и как вам первое впечатление от Феодосии? Неоднозначно. Ну вот мы и в Коктебеле. Судя по всему, у нас гора Карадаг вот направо, с правой стороны находится. А что там за пляж дальше идет? Валатчина. Просто первый раз сюда приехал. Валатчина городок. Там как бы нудисты отдыхают, или просто... Вот такие вот виды здесь тоже. Крепость. Туда, кстати, можно подняться по канатной дороге. Мы решили заехать в Балаклаву. Небольшой экстрим начался. Короче, застряли все гонцыки.